Ассаламу алейкум, друзья. Снова на копе. Под вечер выскочили мы с комрадом. И у нас по одной находочке. Не монеты. Вот у меня комрада вот с оттуда, с ямочки. Вот он вытащил вот такую пуговицу. Это у меня даже такие уже были. С вот этими цветками. Какой диксалацию, да? Сфокусироваться, да? Жимген дальше. Не видно. Вот. Вот эта пуговица у него тоже. Солдатская. И у меня вот тоже пуговица какая-то. Или римский. Это вроде римский знак на пуговице, нет? Понял? Там и орел. Орел. По-моему, это Римская империя. Думает, хала ищет сфокусировать зеркальце. Короче, вот такая пуговица. Даже не пуговица, а вот сверху, как это бы, крышка от пуговицы, может, так можно правильно будет сказать. Это интересная такая штучка. Вот. Да, комрад? Угу. Ну, коп продолжается. Конечно. Продолжение следует. Не без этого. Думаем здесь. Монеты еще найти. Да. Вот сейчас походим, посмотрим. Вот. Едем дальше. Здесь вроде из этой же области пуговица. Хотя и нет. Сейчас, если буду натирать, патина обязательно и сойдет. Вот пуговица целая. Не ломана, не коцана. Так, натирать я не буду. Ставлю. Потом фотографию приложу. Вот. Уже 3 пуговицы мы достали отсюда. Вот такой лесок у нас. Доскочили мы сюда. Вот не такой удобный, чтобы даже аппаратом тут ходить. Какой-то кустарник странный. Вот. Видите? Вот. И вот эта пуговица. Оставлю какая есть. Уже почище дома, чтобы патин не сошел. К сожалению, камера больше не может сфокусироваться. Вот, пытаюсь вам показать. У меня не получается никак. Вот. Как сказал, фото приложу. Едем дальше. Тут 100% что-то мы должны найти, я думаю, из монет. Так, выскочил я вот на такую вот полянку в этом лесу. Оттуда мы вышли. И вы не поверите, у меня снова пуговица. Вот у меня снова пуговица. Ну-ка, аналитики, дайте расклад, почему вот на этом месте мы уже 4 пуговицы нашли. Что это такое у нас? А? Это, может быть, был лагерь здесь, да, военный? Может быть, могильник какой? Вот опять вот крышечка от солдатской пуговицы. Вот. Как бы ваза и цветы из этой вазы. Разные стороны расходятся. Ну, сейчас незаметно здесь, не видно, но я такие уже находил. Знаю поэтому. Что такое? Вот. Чуть-чуть уже проясняется. Ну, камера никак не сфокусируется. Вот. Вот такие дела. Едем дальше, смотрим. Трудно, конечно, поверить, но у меня снова пуговица.
вот из этой ямки. Вот. Снова пуговица. Снова такого же образца, то что я находил 4 таких. Вот, вот эта ваза, вот эти цветочки, и больше ничего я не находил, кроме, сейчас, по-моему, 5 пуговиц, да? Вот эти пуговицы я нашел. Уже надоело, монет нету пока что. Ну, едем дальше. Друзья, у нас поле, вон с того поля мы выскочили сюда. Тут хоть трава есть, не так и трудно ходить было. Был у меня сигнальчик. Так, мечаем монет. А вот, вот она монетка, достаю. Так, она, монетка у нас. Так, наверное, сейчас покажем. Наверное, без наверное, почистим на новый. Не позднее вроде. Алюминий, скорее всего, да, алюминий. Легкая на вес. Так, и 2 франка, скорее всего, 47-го года. Или. Сейчас покажем. 1900. Так, 9. Ох. Трудно. А после дождя копать, чистить. Ну, почистим обязательно. Ага, это он конурери. Так, год где это? Год 1949. 49, да? 49. Сфокусировать сюда. Чего бога тут? С этой стороны, с этой голова у нас силуэт. Ну, короче, вот такая монетка. Она сфокусируется, нет? Не ловит, лучше. Сейчас будем вот эту горку пробивать. Вот, смотри, 2 монеты есть. Едем дальше, смотрим. До следующего. Фу, друзья, коп продолжается, все отлично. Он комрад копает. О! Салю! Вот, а у меня сигнальчик. У меня снова что-то такое вот выпало. Думаю, монета. Думаю, римская, может быть. Пока что тут ничего не видно. Опять вот видите, толщина. Все это говорит о чем, что монета старая. Думаю, римская. Вот. Если натирать, как я уже говорил, нехорошо. Вот. А мы тут ходим, бродим. Вон, люди гуляют, смотрят, чем мы тут занимаемся. Им же интересно. Вот, а мы тут ищем золотишко. Вот. Има! Железка. Вот такие дела. О, поля какие. Можно обследовать. Мы тут без спроса залезли. Он село, он. А мы сюда заскочили. Если только приедет, спросит, что делать, скажем. Разминирование ведем. Вот такие дела. Едем дальше. Так, друзья. Как говорится, назло не придумаешь. Это какая-то подлянка у меня здесь. На сегодняшнем копе. Это... Если сказать, я сам бы этого не делал, если бы не со мной это случилось, я не поверил бы. У меня снова пуговица. Вот. Вот, снова пуговица. В очень хорошем состоянии. Со своим ушком даже. Ушко даже не сломано. Это... Вот.
Не пойму, почему только пуговицы. Одна пуля мне тоже попалась. Я не стал ее снимать, но такие железки попадались разные. Но основные вот пуговицы, пуговицы, пуговицы. Уже надоело. Я вот в лесок зашел с поляны. На полянке ничего не было. А в лесу тоже самое, пуговицы. Фу. Вот такие дела. Еще едем дальше, смотрим, может что будет. Надо бы на то поле перебраться. Может там. Хотя я сегодня попробую этот листок закончить. И на следующий раз на поле перейдем. Едем. Вот, друзья, мои находочки сегодняшние, как я говорил, пуговица. Пуговица 2, 3, 4, 5 пуговиц. Так, вот. Пулька какая-то. Тоже пуля. Вот это, по-моему, от ножей. Что-то. Не знаю точно. И вроде кусочек ложки, может быть, не знаю. Что-то такое. Так, выбрасываем хлам. Пуля для коллекции. Вот. Короче, основная часть. 5 пуговиц. С одного поля ягоды, малина. Вот. Нарочно не придумаешь, как говорится. На этом все. До следующего копа. Остаемся на канале. Так, на пути домой остановились мы. На поле пуговиц. И вот. И вот монета. Только не скажу, что такое. Не видно. Натирать не буду. Вот. Но главное, есть монетка, хоть одна. Дело есть. А мы тут на поле выскочили. Вот. Не знаем, что. Но мы... Засвети, твоя кепка. Вот, комрад тут тоже ищет. Вот, мы на это поле выскочили. Пока нас не выгонят. Хотим посмотреть. Ну, едем дальше, посмотрим. Вот, друзья. Был сигнальчик у меня. И вот она монетка. Так. 2 франка. 1000. Тысячи 800. Или чего, не знаю. Но 2 франка в очень хорошем состоянии. Я не вижу сейчас, какой год там. Видите? О, какие. Я доволен. Состояние. Видите? Первая монетка у меня такая. Жалко, не могу вам год сказать. Последняя единичка стоит. 1871, что ли, что-то такое. Не могу сказать. Но сохран отличный. Сохран увидеть. Вот. Едем дальше, смотрим.